Привет, зритель! Будет обзор покупок еды и не только еды. Вообще, я ехала в пятерку, мне надо было еще в один магаз успеть и хотела еще купить мясо. Ну, так как по времени было слегка или туда, я решила туда, куда мне все-таки надо, больше, чем за мясом. За мясом могу съездить завтра. Ехала я вот за такой штукой. Есть у нас такой шикарный магазин «Домовенок», правда, принимает только наличку. Поэтому в этом его минус. А за наличкой мне пришлось ехать снимать. Ну, можно было, конечно, в цветочном сходить снять, но удобнее было в пятерке, к тому же в пятерке я давно не была. В общем, вот такая вот вешалка есть у моих родственников. Вообще, знаете, люди, если вам кто-то что-то пообещал, в 99% случаев из 100, это что-то просто будет на словах. Легче сделать самой, чем ждать. Или легче купить самой, чем ждать обещанное. Вот я купила себе вешалку. Теперь у меня будет вешалка. Ну, осталось только договориться с кое-кем, чтобы договориться с другим кем, и чтобы этот знакомый родственников пришел и за монетку присобачил эту вешалку. Теперь, если кто-нибудь ко мне придет в гости и при этом будет отказываться вешать свое пальтишко, курточку и так далее, верхнюю одежду на вешалку, которая как плечики зафигачивается в шкаф, он может или она повесить сюда шапочку, шарфик или вот так, короче. Вот такая вот замечательная вешалочка, 160 рублей удовольствия. Так, еще, у меня как бы закончился кофе, тот, который мне Лёлька из Тюмени дарила, который как бы молотый, можно заварить в кружке, можно варить турки. Мы остатки с подружкой зафигачили в хну, и вот я покрасила. Сегодня я помыла эти волосы. И как бы совсем уж без кофе как-то грустно, да, у меня есть немножко в зернах, но его как бы надо молоть, и он тоже скоро заканчиваться будет. И я думала, если покупать какой-то другой растворимый небусида, то это, ну, они все как бы прилично стоят. Или уж совсем ничего не покупать и купить какой-нибудь типа заменитель кофе, как я в детстве пила, этот типа там кофейный напиток, там какие-то зернышки, не помню какие. Или уж купить цикорий на крайняк. Уж совсем от безысходности. Ну и это типа польза и все такое, да. Или уж купить бусида. И вот я купила в итоге бусида, хотя я не планировала, я думала, что поеду в пятерку, куплю какой-нибудь растворимый какао. Посмотрю, что был по скидке, но обычно бывают там какие-нибудь скидки, какой-нибудь Несквик типа того, и какао-порошок. В итоге вышло совсем по-другому. Еще я на обратном пути уже после Домовенка зашла в магазин, который мы раньше называли, когда я жила на Михайловке, наш магазин. В общем, в бывший наш магазин зашла я, который вообще-то называется Алиса, и купила, они делают всякие пирожки. И это, брюховицу. В общем, вышла у меня эта брюховица на 99 рублей с копейками. 99 рублей 20 копеек, даже так, я еще помню. В общем, я купила брюховицы, очень хотела есть. Думаю, сначала обозрю, потом буду варить картошку. А потом подумала, что я тут почищу сейчас картошку, и пока я обозреваю, у меня картошка будет вариться. А потом я покушаю. В общем, вот брюховица. Раньше в детстве я ее терпеть не могла, когда родственники делали, они ее как-то там очищали, вычищали. Она так воняла на всю трехкомнатную квартиру, что хоть бежать куда-нибудь надо. А потом что-то я так прониклась, ну уже если вы ее приготовили, вам кто-то ее другой приготовил, а там очень хорошо делают, тут вот реально будто сами делают. Там еще пирожки одно время пекла дочка моей бывшей соседки. Может быть, она так сейчас и продолжает их печь. У них еще есть какое-то кафе, драйв, но я там ни разу не была, но знаю, что мои родственники моих родственников там когда-то отмечали день рождения, а еще знакомые пииты, которые ко мне в гости захаживали, а потом со мной не здороваются при личной встрече. Там, короче, свадьбу свою отмечали, как-то так. Мне кто-то периодически мне пишут, что я там типа что-то негативное говорю. Ну, я, конечно, могу писать вам исключительно в положительном настроении, все такое позитивное, но это же будет не натурально, да? Это как, знаете, меня очень подмывает, вот когда пишут мне, типа, под каким-нибудь роликом, который вообще к тому, что в комментах пишут, никаким местом не относится, это вообще считается, как бы, можно сказать, оскорбление, да, вот оскорбление труда человека, который вот это вот что-то делал. Или в стримах вот последний раз сказали, типа того, что «а давай сейчас вот прямо АСМР». Я понимаю, что вот почему-то считается, что если бы я вот мне хочется в ответ на такое всегда сказать, а давай донат, а потом тебе тогда АСМР будет, или а давай донат, а потом вот такой-то ролик. И когда я так говорю, на меня сразу все набрасываются, я такая плохая и нехорошая становлюсь. Причем почему-то считается нормальным говорить, вот, ну, писать в комментах или в чатике что-то подобное, не связанное с темой ролика, да, вот. Мне под каким-то роликом кто-то написал в очередной раз, типа, а когда АСМР, я же жду, мне так хочется сразу сказать. Вот, знаете, подмывала написать, а я даже написала, но отредачила и написала в итоге другое в комменте. Но когда было вдохновение, тогда будет АСМР, написала я, вежливо.
А как бы человек, а когда СМР, я же жду. Так будто мне вот бабла задонатили, а я тут такая сволочь, не хочу ничего делать. Мне тут YouTube скинул как-то ролик, вообще вот как-то так, ну совершенно, иногда я тыркаюсь, чисто так даже методом тыка, интересно мне или нет. Смотрю, и сам ролик я особо не смотрела, но я так поняла, что у женщины сломалась камера, на которую написала. Она делает дохрена покупок каких-то, которые просят ее подписчики, чтобы она вот сделала, обозрела, и они знали, покупать это или нет. Я так понимаю, что это приличные бабки стоит. Женщина замужем, и ей она говорит, вот знаете, у меня камера сломалась, а я не могу писать нормальные ролики, типа только на телефон, если вы хотите типа роликов нормальных, ну типа скиньтесь мне на камеру. И ей в комментах вот кто-то пишет, да-да, что вам жалко, что ли? Вот несколько человек таких адекватных было. А остальные, я поняла, что не только меня троллируют такие идиоты, которые на работу ходят за спасибо. Вы уж простите, ранимые зрители, если вас попоболит то, что я тут негативом пру. Ну, просто, знаете, вот задолбала, если честно. Вот идешь стрим, а когда вот это вот, а сделай мне вот это. А давай вот прямо сейчас АСМР. Вот знаете, будто я вот машина, которую вот надо, надо. И... вот будто я всем должна, потому что эти все мне заплатили за работу. Вот контракт со мной заключили, я подпись поставила, они, человек подпись поставил, сказал, вот тебе бабло, вот за такую там мзду ты будешь пахать, да? Вот честно, задолбала. И когда мне предложили на Ютубе еще сделать, узнав, что я одна дома отмечаю, ну вот пока такие вот планы, не знаю, может что-то изменится за чуть меньше месяца до Нового года, что я одна дома отмечаю, что я должна сделать стрим на Новый год, это, знаете, это какой-то, честно, вот я поняла, восприняла это как унижение, что типа доказывается, рассказываешь всем, что мне настолько совсем нечем заняться, я такое одинокое унылое дерьмо, что я согласна делать стримы, развлекать людей, которые 50% из которых стопудово будут срать в комменты всяким дерьмом. Очень так вообще классно отметить Новый год, делая стрим. Учитывая, что мне кто-то в комментах тогда написал в последнем стриме, нахрена ты делаешь стримы, потому что, извините, я открою вам глаза, стримы это когда... зритель общается с блогером и выражает ему свою благодарность в денежном эквиваленте. Можете говорить, что я такая злая, как-то там это, жадная или еще что-то. Ну, я просто не знаю, какие вы эпитеты обычно в таком случае пишете. Обычно они с матом как-то связаны. Ну, вот я тоже не знала, что этому человеку ответить. Потому что стримы действительно так для этого и существуют, а не для того, чтобы 3 часа обозревать какую-то херню. Простите, матюгнулась, достали просто. Какой тот ролик, где я говорю не совсем, ну, просто жестко, я все никак не смонтирую. Где мне тоже вот что-то подобное задалбливали. Какую-то хрень, типа, обозревать вот этот тот же каталог. Хорошо, я понимаю, там кто-то увидел что-то такое, вот да, это плюс. Но 3 часа читать комменты, 50% из которых, ладно, 30% из которых пишут какую-то муть, поток сознания, и при этом еще что-то от меня хотят, вот, и некоторые ведь люди думают, что у меня дохрена свободного времени, раз я делаю стримы, то, значит, мне совсем заняться нечем. Я-то как-то делаю стримы, потому что знаю, что треть людей из меня смотрящих, я надеюсь, что все-таки хоть минимум треть, ну, хочет со мной пообщаться и хочет что-то мне спросить, что-то о себе рассказать, что-то вот просто положительными эмоциями обменяться, потому что в основном, когда я делаю стримы в плохом настроении, у меня идет какая-то взаимоотдача, видимо, энергии, уж не знаю каким образом, через интернет, и у меня настроение улучшается. Но считать, что я совсем от безделья вот этой херней страдаю, извините опять за мат, но честно, вот меня вот это достало. Продолжу свой обзор. Уж простите те, кого ранит то, что я тут негативом плююсь. Извините, не могу постоянно вот так. Не, ну я вообще думаю сделать опросик такой на канале, типа того, что я хотела те 2 вопросика, тот опросик удалить. Потому что человек, который отметил кнопочкой «нет», а потом я его забанила, а потом он снова снял эту кнопочку и уже проговорился про то, что он там негатив на меня выливал с разных аккаунтов, как бы уже засветился. Ну, человек отвалился и благословит ее Удон, Ромен и приветствует ее... кто-нибудь еще. Он книжка поварская. Кстати, в ней я тут смотрела, как делать безе. Там вот написано про безе, но состав пришлось смотреть в интернете. Думала сделать опрос такой, типа, стоит ли мне быть натуральной, какая я есть, или надо писать ролики только когда у меня охренеть какое хорошее настроение. Правда, если я устала, меня задолбали, или там коммент какой-то воспринялся, уж извините, воспринимаю близко некоторые комменты, если я устал. Или просто как-то реагирую, стоит ли мне быть
рука-лицо, в смысле этот, ничего не выражающим лицом снимать, однотонным голосом это все монотонно говорить, или оставаться такой, какая я есть. Вот думаю, может сделать опрос такой на канале, ну, тут в сообществе Ютуба, посмотреть, что как выложится. И уже от этого танцевать, скажем так. Потому что если люди думали, когда я сделала опрос насчет того, что кто-нибудь читает нашу мангу, которую мы делаем командой, я от команды или вместе с Хати, и если большинство там написало, что нет-нет-нет, но выбрали нет, то я не буду ничего подобным заниматься, то хрен вам. Вот что-то я просто смотрю и делаю, как мне хочется. Просто учитывая мнение большинства, да, что надо как-то развивать канал в этом случае, чтобы было это не чтобы меньшинство стало большинством. А что-то я буду тогда учитывать, как вы хотите. Снимать нейтральным таким. Вот, я купила. Сейчас я попробую перетрансформироваться. Я купила вот эти салфетки. Они, смотрите, рваные, потому что я их оборвала, потому что у меня в куртке не было платочка. У меня дикий насморк попёрся, у меня стабильно, вот если платочка с собой нет в куртке, то нос потечёт, если платочки есть, то 50 на 50. В общем, тут нескольких салфеток уже нет, я их вскрыла, достала салфетку прямо уже после того, как её оплатила. На 582 рубля у меня вышла покупка в пятёрке. 20 рублей, по-моему, они. У меня вообще где-то там чек в сумке есть, в этой. Ну, я хз. В общем, раз упаковка, салфетки влажные, хоть и бумажные, мне не как бы надо, потому что у меня некоторые заканчиваются. Я купила себе два мандарина. Мне нравятся мандарины, которые такие слегка помятые, когда с них шкурку снимаешь, то внутри мандарина еще пространство. Я купила два, думаю, если они сладкие, то съем, потом съезжу еще куплю. А если не сладкие, то, по крайней мере, не жалко выкинуть. Так, я купила себе шоколадку, потому что мне предстоит с завтрашнего дня тайп. Не то, скорее всего, не мой. Ну, в смысле проекта, который я с товарищем склеить, потому что часть перевода 8 главы уже готова, наконец-то. А вот мой бы перевод еще доделать. В общем, у нас бабаевский, темный шоколад с цельным миндалем. Очень много всякого разного бабаевского. Пятерки в пятерке, в солнечном. Я думаю, вообще во всех, наверное, сейчас пятерках такая акция. По 49 рублей 99 копеек. Короче, по 50 рублей без одной копейки. Вот, 100 грамм. Причем нормальный срок годности, нормальная дата изготовления. Так, я купила себе две деревянных хурмы. Я подумала, что они что-то были по 60 рублей, ну, грубо говоря, 59 с копейками за килограмм. Я думаю, взять две, взять больше, вдруг они какие-нибудь несъедобные. Возьму две, и они у меня будут лежать и зреть. Которые были зрелые, они уже были коньки откинувшие. Так. Сейчас кто-нибудь... А, потом насики будут писать, что, значит, у меня был какой-то обзор ботиночек, и я сначала говорила нормально, а потом негодовала, говорила нормально, а потом негодовала. Сейчас, наверное, тоже будет у насиков какая-нибудь Бартхертина на этом самом своем форуме, что говорила сначала одно, а потом такая наглая Лёля сказала, что хочет всегда ответить на вопрос, а когда СМР или когда такой-то обзор, а когда донат. Не, ну, в принципе, нормально. Я считаю, что это нормально. Вот мне бы совести не хватило, если бы я была подписчиком какого-то блогера, и он бы снимал, допустим, канал при этом был бы его посвящен чему-то другому, но плейлист был бы, допустим, АСМРу посвящен, как у меня. Канал посвящен как бы много чему, а плейлист АСМРу только. Как бы канал-то не АСМР, не это. Стала снимать АСМР по просьбе одного товарища, Стефаретника, как бы тестово, и вообще канал не... не планировался быть именно АСМРным, а чисто плейлист. Вот мне бы было неудобно написать человеку, что типа, ну, допустим, он обозревал бы эфирные масла и кучу всего другого. И вот был бы ролик, допустим, про еду, а я бы мне бы не хватило наглости написать, типа, а когда вот этот ролик про эфирные масла, допустим? Я потому что понимаю, что у человека помимо Ютуба есть какая-то работа, есть какое-то хобби, есть, блин, жизнь своя. И писать что-то такое при этом, как бы ничего не давая взамен, это, по-моему, наглость. Но это я так считаю. Вы-то, конечно, можете писать в комменты, не обращая внимания, или да ты должна, как я что-то подобное написала, сказала в каком-то ролике, мне тут же выскочили те, которые обычно меня пинались тапками, да типа ты обнагрела. Ой, что-то пошло не так, сказала одна баба в комментах. Я потом нашла функцию на Ютубе в личном кабинете, как бы сказать, да, где можно посмотреть, найти по нику комменты, все остальные комменты этого человека, потому что иногда вот я чувствую, что человек гнилой. Только скрывается и, как бы говоришь, ну, косит под нормального. А иногда вот
как бы раз на раз. И вот чаще всего у меня 99% из 100 чуйка срабатывает. И я тыркаюсь, смотрю, действительно человек до этого мне всякие пакости писал. Так что я подозреваю, что будет шквалт, наверное, под этим роликом. С другой стороны, оживиться как-то... То иногда пишешь ролик, думаешь, там как-то, ну, человекам понравится, человеки ждали вроде такой ролик, а там такое вот 200 просмотров и 1,5 комментария. В общем, вот я еще купила салфетки про запас. Так как я была ограничена слегка в деньгах на карте, то особенно после того, как я увидела этот бусик по скидке, то я решила, что пары пока этих салфеток хватит. Вообще мне что-то как-то деньги откладывать не получается, определенная сумма как висела, так и висит. В плюс не прибавляется, в минус хорошо не убывает. Так, что тут у нас еще? Я купила какао, которое раньше в пятерке или в Дикси покупала, но там было по 44 рубля. Такое же я покупала последний раз в фикс-прайсе за 55. И я подумала, что почему бы и нет, раз нету... Как... Не, я хотела вообще какао красную цену взять, но там что-то какао вообще как-то как такового порошка не было. Был какой-то белорусский какао, но, насколько мне известно, в Беларуси вроде какао не растет. Хотя не знаю, может, вырастили там батька ваш, если кто меня смотрит из Беларуси, выращивал у себя какао где-нибудь. Какао, бобы. Короче, вот Деви марка какао, напиток растворимый, десерт, природные антиоксиданты, готовим за секунду. Тут какао-порошок, ароматизатор идентичен натуральному ванили, сахарный песок. Все. А я тут даже без осева ела, оказалось, все-таки мне уже во флудилке объяснили, что как-то это не надо было. Ну, надо было, я думаю, немножко, совсем чуть-чуть какао положить, потому что мама, я помню, делали в детстве, когда мелко была, немножко какао она чуть-чуть кидала. Я тут как-то зафигачила этот какао с сахаром, у меня получилась такая-то шоколадная булочка тонкая, не поднявшаяся. В общем, вот какао, заваяю что-нибудь себе. Или какао, или что-нибудь такое. Эксперимент очередной. О, у меня чек на дне. На глубине сибирских руд лежит наш чек. В общем, если округлить, 21 рубль. Это салфетки стоят 20 рублей 99 копеек. Какао растворимый 44 рубля 99 копеек. Это у них от Дикси, что ли, пошло эти 99 копеек-то. 400 рублей без копейки бусита, которую я сейчас покажу. Да, вот хурма 59 рублей 90 копеек. Мандарины 82 рубля 99 копеек. И шоколадка тоже без копейки. В общем, был бусида. Такой стоит. Оригинал. Оригинал бусида. А у меня как раз бусида давно закончился. А я еще подумала, думаю, что-то это 400 рублей, может там 50 грамм, а тут 100 грамм. Думаю, а что бы и нет, думаю, 100 грамм, 400 рублей. У меня как раз кофе закончился. Думаю, как-то это без кофе совсем грустно. Я купила себе кофе. В общем, вот кофе. Я его не планировала совершенно покупать, ну вот, как-то вот. Наверное, может быть, я бы его и не купила, если бы я не делала тот эксперимент на 9, чуть меньше 1000 на 12 дней. Ну, у меня на самом деле всегда так бывает. Я помню, в каких-то комментах еще года 2 назад, может быть, даже 3 назад, на канале, помню, меня кто-то спрашивал, типа, сколько денег я трачу на еду. Меня тогда написало, что могу 1000 за день просадить, а могу 2 недели ничего не покупать. Вот как-то так вот у меня, в принципе, выходит. Наверное, может, этот эксперимент особо и не надо было проводить, но сам прикол. Вообще, заметила, что вот мне просто YouTube сегодня скинул там 500 рублей на неделю, типа, жить. Я еще не смотрела ролик, может, сейчас пока буду кушать, посмотрю как раз. Короче, я так поняла, что эта тема популярная, вот эти видео с экономией. Может, потом еще возобновлю как-нибудь. В общем, всем спасибо, кто осилил и не поперхнулся от того, что я там в середине местами негодую. Всем спасибо. Что-нибудь еще за что вообще? Ну, короче, даже если вы будете негодовать в комментах или писать мне, наоборот, хорошее что-то, ставить пальцы вниз или вверх, спасибо за вашу активность на моем канале. Всем пока!